Не получилось у меня разобрать вот этот микшер, посмотреть, что у него внутри. Приехал новый микрофон USB, заказанный на пробу для записи текстов. Поэтому сейчас сделаем небольшой обзорчик, посмотрим, что это за микрофон. Пришел он в такой коробочке. В комплекте у него треножка, крепеж, хороший кабель, довольно толстый, гибкий. И у него есть ферритовый фильтр, что позволит отсечь немножко высокочастотные наводки в питании. Судя по фотографии, на самом микрофоне ничего не видно, не просвечивает. Там установлен 14-миллиметровый электретный капсуль. Точно такой же, как вот в этом микрофоне, который я не так давно разбирал. 14 миллиметров — это капсуль меньше, чем тот, который установлен в широко продаваемых на Алиэкспрессе BM800 и 700. И этот капсуль сразу же содержит внутри полевой транзистор, то есть усилитель. Так, что еще? Микрофон собран в цельном алюминиевом корпусе металлическом. Он не разборный, что меня весьма огорчило. Я хотел, как обычно, его раскурочить и посмотреть, что у него внутри, и можно ли его как-то улучшить. Видимо, придется оставить это дело, потому что, ну, я его отправлю, видимо, кому-то из наших ребят команды радио для записи текстов. Для вокала данный микрофон, естественно, не подходит. Ну, что вы хотите, $13 он стоит. Выкрутить вот эту вот сеточку никаким образом не получилось. Она либо заклеена, либо сидит на герметике. То есть вынуть ее, не погнув, не поломав, у меня не получилось. Ну и делать этого я, наверное, уже не буду. В принципе, как работает микрофон, меня вполне устраивает. Все остальное можно, как говорится, ручками в любом редакторе сделать. То есть подредактировать частотную характеристику, басов добавить. Тут стоят капсули, они что в этом микрофоне. Они средние и высокочастотные, то есть низы, в отличие от Fifine, они не берут так сочно. Поэтому при желании можно это все отредактировать в программе. Так, дальше. Уровень сигнала. Сейчас на микрофоне установлен нулевой минимальный уровень. Вон треугольничек на ручке. И, как видите, шумов нет никаких, то есть скорее всего, здесь установлена какая-то микросхема с либо интегрированным шумоподавителем, либо компрессором. Ну, судя по звуку, я больше склонен полагать, что это компрессор. Причем настроен он очень неплохо. Отсеивает очень хорошо шумы, шипение, но не гасит тихий звук голоса. Это производителем плюс. Ну и давайте попробуем запись сделать. Я потом врежу ее в видео, как обычно. Сейчас уровень 25%. И я говорю с 6 сантиметров, обычное расстояние. Внутри микрофона производители уже вмонтировали поп-фильтр, черную поролонку. То есть она, ну, довольно эффективно задерживает плюющиеся согласные. И, в принципе, этот микрофон можно уже использовать без внешнего поп-фильтра, либо сеточки. Так, громкость 50%, расстояние то же самое. 1, 2, 3, 4, 5. На мой взгляд, уровень громкости здесь недостаточен. Ну, я бы хотел, чтобы он был примерно как у Fifine. Вот сейчас установлено уже 75%. Ну, естественно, как бы еще там в красную зону, если погромче говорить, оно и заходит. Но где-то находится в пределах там, 3 дБ. Уровень громкости. На записи, ну, хотелось бы, чтобы где-то с 50% вот такая громкость уже была. Потому что если сделать его подальше, вот сейчас сантиметров 30,
и приходится говорить громче. И, соответственно, он собирает, ну, более бедную, что ли, частотку от голоса. Сейчас я установил 100%, расстояние также 6 сантиметров. И уровень сигнала в некоторые моменты уходит в красную зону, то есть до 0 дБ. Ну вот такой микрофон. На AliExpress он имеет название B.mic. Если кому-то стало интересно, можете приобретать смело. Данный чип компьютер легко подхватывает. Единственное, может быть, удобство, может быть и неудобство в нем, это то, что нет возможности контролировать уровень записи. Если в этом микрофоне есть выход для наушников, то в этом микрофоне выхода для наушников нету, и контролировать прямо через него не получится, то есть только через компьютер. Но сейчас я подключу для сравнения вот этот микрофон USB и сравним качество записи того и другого. Так, я подключил опять этот микрофон. Предыдущий, он пластиковый, как я уже говорил в прошлом обзоре, и у него регулятор энкодер. Уровень сигнала у нас здесь шумит. Незначительно, в пределах 66 дБ, но шумит. То есть чип другой, ну, либо в нем не включена компрессия. Так, включаю запись. Установлю сразу 50%. 1, 2, 3, 4, 5. Для сравнения, микрофон USB, no name, в пластиковом корпусе. Микрофоны B-Mic и вот этот no name имеют идентичные капсули. Ну и судя по тестам, одинаковую схему усиления. Они не громкие, в отличие от Fifine. Уровень максимальной громкости у них, наверное, в половину ниже, чем у того же Fifine. Так, сейчас я установил 100% громкость. 1, 2, 3, 4, 5. В данном микрофоне также установлен поп-фильтр внутри сеточки. И он отсеивает неплохо плюющиеся согласные. Ну вот, пожалуй, и все.